Так, друзья, всем привет! Занимаемся подсыпкой. Подсыпкой песка. Вот такой у нас песок. Сделали, выпилили из забора одну шиферину. Сделали калитку. Так и оставим. Калитку поставим, будем тут брать песок. Я раньше там ездил, брал вокруг. Ну а сейчас уже вот тут оставим калитку, на будущее будет то, что надо. Именно сейчас засыпали бойню, все подняли вчера. Сегодня начали заниматься самим сараем. Засыпали уже яму. Саня нагружает, я вожу, потом меняемся наоборот. Решили без подмоги, сами, своими силами навозим потихоньку. Так, ну вот. Вот так начинаем засыпать. Вот. Сначала мы делаем средний проход 2 метра. Яму уже засыпали. Сделаем средний проход. Засыпем вот эти вот комнату, бытовку и котельню. Это все в первую очередь зальем. И потом уже займемся самими клетками. Клетки — это вообще другая история, там другая технология заливки и, ну, то есть там другие моменты. Поэтому так потихоньку сейчас будем укладывать песок. Я думаю, песка пока хватит. Сейчас будем разравнивать. Примерно нитки натянем. И разравнивать. Тут она бойни, так называемый навес бойня. Навес для бойни. Мы тоже навозили немало. Тут были обрывы. Все сделали. Грубо говоря, отлично. Отлично. Надо только заливать бетон. Заливать бетон, а в будущем будет плитка. И сейчас я вам покажу ради интереса, сколько мы уже выбрали у себя в карьере песка. Буквально за полдня. Буквально за полдня. А ну, Сань, встань туда, чтобы понимать высоту. Ну, почти 2 метра высотой. Да. Выбрали. Вот так. Классно. Ну да. Сейчас ждем обрыв с углинка. И с углинок будем сюда вот возить. Тут у нас впадина. Сюда возить с углинок. А сам песок, белый песок, мытый, туда на внутрянку под клетки. Он хорошо уплотняется. Его трамбовать почти и не надо. Очень хорошо садится, уплотняется. Будем равнять. Thank you.
Mm-hmm.